Так, перехват, да, сейчас начнем, да. В общем, я не устану повторять, что Need for Speed стали слишком аркадные, пусть они там ответвился Shift. Ну, честно говоря, я не хочу видеть Need for Speed настолько аркадным, как он есть. Не устраивало, как было раньше. Most Wanted хотя бы. Ой, это я мину выпустил. На. Так она восстановится? Есть, восстановилась. Уходы, чего там мы стоим? Где кто? Так вот, это интересно мне. Можете прислать подкрепление, прием. Он быстрее нас. Машины, попадающие под описание, прием. Сообщите, как лучше провести задержание. Можно рассчитывать на заграждение? Нет. Диспетчер, диспетчер, мне нужна помощь. Ху-ху. Свободные машины в этом районе. Нужна помощь с кодом 3, прием. Где я? Люди. Эта погоня становится опасной для граждан. Критическое повреждение медика немедленно. Начинаю поиск с последних известных координат. То есть то, что я стоял. Он тупо проехал мимо меня. Я золото за перехват-то не выполнил. Ладно, то есть мне нужно два ухода сделать, еще и уход сделать перехват на золото. Печально. Это может затянуться. Так, перехват на золото и два удара. Два ухода от погони. Давайте машинку прокачаем. Так, и кстати, да. Цвет мне такой не нравится. Порш должен быть, ну, каким-то другим. Металлик. Атлас. Я вообще-то хотел в красную машину. Посмотреть, как она будет. У этого цвета что, нету красного совсем? Цвет фона. Это отлив, короче, да?
А, это яркость фона. Блин, ну хоть убей, красный у меня не получается. Ну, по крайней мере, в этом цвете. Ну, давайте на чем-то таком поездим. Еще с меня деньги за это хотят взять, блин. Ладно. Пусть будет так. Ну так. Смотрим. Перехват, скрытый побег. Как его выполнить на золото? То есть за определенное время это сделать, да? Перехват. За 2 минуты на золото. Да. Ночь на дворе, ё-моё. По встречке. Блин, он за мной едет. На тебе мину. События, перехваты. Ну, так, перехват на золото мы еще не выполнили.
Прикольно. Ночь. Это первый раз? За все серии? За 55-я или какая серия сейчас идет? Я... Так, впереди мент. Отвали, животное. Иди, вон тебя там мент ждет. У него, блин, Carrera GT. Это очень старый Porsche, на самом-то деле, Carrera GT. Да, один из первых, где там были карбоновые тормоза применены. Перехват не начался. Да, заколебали. Зато какие красные. Я протаранил мужик. Короче, фигушки я свалю за 2 минуты на этот раз. Буду я очки зарабатывать, я чувствую, очень долго. Она у нас. 10:44 под стражей. Авария? Я на свою мину наехал. Так, баллов у нас нету. Но я забыл. Мне ж мины-то нафиг не надо. Мне нужен шок. Будет у меня шокер. А мне нужно все-таки перехват на золото выполнить. Конечно, для этого нужно знать город. В Most Wanted я уже знал, где места, где там всякие бублики рушатся и заправки взрываются. Можно было по Бырику, там, блин, буквально за секунды свалить от них. А здесь я город совсем не знаю еще. Отказано перекрыть дорогу. Не хватает машин.
Прием. Всем машинам. Валим, 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 валим. Есть шанс на золото. Есть уход. Хм, прикольно. Убежище можно в любой момент изменить спидлист. Что только что случилось, я сам не понял. Но я рад этому. Yes. Выполнили. Что нам дают? Аудюха. R8 или какая-то А6, не, R8. Надеюсь, V10 с двигателем, как у Lamborghini, которая принадлежит Audi, в свою очередь, которая принадлежит Volkswagen Group. Цели не серые, их цвета черные с белым. Получить за Ferrari нам дадут. О, я Ferrari точно возьму. Давно на них не ездил в Need for Speed. Получить уровень погони 5. Это, блин, это как два пальца об асфальт. Что нужно? Изменить краску. Да. Так. Качнуть, не качнуть? Да ладно, что нам качать? Правильно, сохраним очки. У нее сила и прочность вообще понтовые по сравнению с нашей, конечно. Я ее вкачал так уже неплохо. Мазерати. У Феррари разгон классный. Ну да, тут все будет опираться в прокачку прочности. F12. Ух ты, блин. Ну, на самом деле, то есть выбирать машину покруче, это мы сами себе хуже делаем, потому что ментал будет тоже машины покруче. А если мы будем ездить на каком-то Поршике простеньком, то и менты будут на чем-то таком же. Давайте какие-то там высокие ставки. Что там надо сделать? Ну, тут, выбирая любую гонку, милиция привяжется. Нету здесь даже гонки на время. Не, гонки на время, возможно, наверное, без милиции обходятся. Но все остальные. Придите к финишной черте. То есть, чтобы, в принципе, доехать туда. Вы поняли, да? Ай, ублюдок, ты чё это?
ну, ребята меня подождут, это все-таки Need for Speed аркадный. Я их должен быстро догнать. Это что такое? Четвертый решил мне навстречу поехать. Ну, из-за пыли просто не видел даже. Так, гонщики вижу, они на одну петлю меня опережают. Вот фейл. Я так и припрусь от третьим. Ну, у меня, в принципе, нету задачи здесь побеждать. Включил турбо и ушел, как, а? Уровень погони нам нужно поднять. А он подымется. Что нам по пустому гонять, правильно? Примем вызов. Да, они меня тут забодали немножко, я вам скажу. Гонщик от меня ушел. Вон вертолет полетел. За ним, походу. Или за мной. А вообще-то он пожарный, красный. Это был тормоз. Бежище совсем рядом.
кто-то разбился. Та-дам! Я помню, я в Мост-Вандете больше часа скрывался от ментов специально. То есть там уже поднялся уровень до 5-го, там корвет, и уже кросс за мной гонялся, и я там час нарезал. А по миссии там надо было полчаса гоняться. Я так развлекался, часик по кругу, такой, по объездной дороге, по основной, самой широкой. Выбрал себе маршрут и катал туда-сюда. Феррари. Глава 4. Высшие хищники. Отдел внутренних расследований сообщает, что на многих членов департамента заведены дела в связи с превышением полномочий. Глава полиции заявил, что все патрульные временно отстранены. А пока полиция исправляет свои ошибки, блюсти закон на улицах города будет специально вызванный отряд дорожного реагирования ФБР. Теперь у нас новый враг. ОДР. Экс-бойцы спецподразделений и бывшие гонщики. Для них это война. Они играют по своим правилам. То, что ты хотел. 210 миль. ОДР растревожил осиное гнездо. Золото за охот пирсит и золото за перехват. Чтобы победить ОДР, ну тут Ламборджини Галларда, вот это должна быть крутая тачка. Так. Посмотрим, что у нас по автомобильчику. Ну, Porsche у нас сейчас более сбалансированный. Ferrari пока покупать не буду. Подожду.